характер игры вряд ли изменится, потому что это финал. Здесь один настрой, здесь каждая команда выходит только на победу. Безусловно, да, у нас есть определенные потери, но это только нас укрепляет, это только закаливает наш дух, поэтому мы будем выходить и биться только на победу. Ты стала исполняющей обязанности капитана. Да. Скажи, как это повлияет, может быть, на твой личный настрой, на настрой команды? Ну, безусловно, это еще добавило ответственности, конечно же. Большое спасибо тренерскому штабу за такое доверие. Теперь мне предстоит только держать марку и доказывать то, что это был выбор не просто так. Да ничего, в принципе, нового нет, только девчонки новые добавились, с ними пришлось немножко познакомиться поближе, потому что в том сезоне, когда я играла, не так много провели вместе тренировок, вот, а так, в принципе, все то же самое. А когда ты уезжала в аренду в Крым, была ли возможность такая, чтобы ты вернулась в Россию? Ну, так как два клуба договорились о моей аренде, я думаю, что всегда была возможность того, что я могу вернуться. Ну вот, такая возможность случилась. Благодарна девчонкам за проявленный характер на площадке. Очень тяжело, но тем не менее смогли вытащить эту игру. Особенно, когда был уже равный счет, и у нас Юля немного травмировалась. Надеюсь, ничего серьезного. Все равно смогли проявить эмоции, дотащить эту игру до победы. Спасибо команде соперников за такой бой, за такие эмоции. Для нас это очень важная победа, но расслабляться еще рано. Впереди ответный матч, к которому надо будет подойти ответственно.